Следующая посылочка, которую я буду сейчас открывать, это велосипедная сумочка на раму, по-моему, синего цвета. Да, я хотел синего цвета, это я хорошо помню, долгожданная посылка. Короче, там два отсека, есть для телефона отсек. Да, я хочу себе навигатор так, короче, засунул, как-то там, ну, там, короче, надо придумать. В общем, открываю. Стоило оно в районе $2. Долго продавец мне ее не хотел отправлять, точнее не хотел, а писал, что типа нету сейчас в наличии, подожди. А, ну там ничего нету. Да, сумочка с синими начертаниями, уже вижу. Пакетики. Ой, вот это у нее запах, ёшкин-матрёшкин. Так, что-то она слишком маленькая, но... Сколько тут отделений, ой. Так, раз отделение и сеточка два. Ага, так. Ну, конечно, сюда мой телефон влезет. Так он сюда и влезет. Разве что вот этот вот простенький. Как простенький. Да, вот он сюда почти влез. Раз. Так, ну так не вылетит. А если его сюда... О, отлично. Отлично, на застежечку, да-да-да. Тут, короче, оно пристегивается к раме, я не знаю, правда, чем. А, липучками. Липучки. А, это я уже ободрал, видите. Ну, конечно, качество у него немножко хромает, но я думаю, что сумочка, которую будет не жалко запачкать там или повесить себе на велосипеды, чтобы она пачкалась, вполне пойдет. Вот так она выглядит. Ой, да, я не смотрел, что я снимал, но ничего. Вот такая вот. Стоит в районе $2, очень вот так она закрепляется. Вот, и вот сюда можно что-то наложить, то есть с одной, со второй стороны. Там телефон, денежка. Powerbank, кстати, для камеры, там, которая снимает на руле. Удобное приспособление. В общем, всем спасибо за просмотр. Кому нужны такие сумочки, они будут в трех цветах еще. Есть еще с красными такими штуками и черными. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и заходите в нашу группу и сайт. Всем спасибо. Пока.